деньгами. Слушайте, вам нужен человек, знающий остров. А мне друзья, которые ничего не боятся. Возьмете меня в долю, и я стану вашей правой рукой. Я Сето. Лови. Вам нужна моя лодка. Среди вас есть механик? Алло, эй! В хижине должны были остаться снадобья. Не забудьте их взять. Эй, здесь шприцы! Шприцы здесь. Хорошо. Эти гады совсем близко. Заводите мою детку. Как вовремя. Вот они. Враги под аркой. Вот. Мы будем сильными. Пираты собираются у скал! Тебе конец! Верь мне, так надо. Зовите меня, если нужен транспорт. Как скажешь, лодочник. Спокойно. Заряжаю.
тебя достану! Больно! Снайпер, убейте его! Больно! Перезаряди! Не высовывайся! Эй, этот гад на другой стороне реки! Надо как-то перебраться! Клавь, брод, на плоту! Все равно как! Но мы должны переправиться через реку! Мы уже займемся делом! Или будем дальше своей жопы греть? Тут еще есть место! Убейте его! Я заряжаю! Уничтожить их! Я вас нашел! Убить! Все в укрытие! Снайпер!
На дороге куча камней. Заложи взрывчатку, один заряд за раз. Нужно первым добраться до бомбы или украсть ее, если получится. Сюда! Идем по следам! У этого парня нож! Эй, берегись парня с ножом! У него нож! Убейте его! Здесь чокнутый малый с ножом!
гранатомет. Заряжаю. Берегись, у него нож! Если вы не придумаете, как от них избавиться. Быстрее! Нам надо выбить взрывчатку и взорвать этот мост! Берегитесь, гранатометчик! У нас совсем не осталось времени. Мост нужно уничтожить. Понравилось, как вы разукрасили их деревню. Они отправились за вами. И хорошо бы вам что-нибудь с этим придумать. Найди бомбу, а мы подорвем мост. Прикройте! У меня руки заняты! Прикройте меня, а то руки заняты! Вот патроны. Заряжаю! Валите штуку! Есть! Смотрите в оба! Прощайся с миром! Хватит слоняться вокруг! Заложи взрывчатку! Больно! Меняй магазин! Я тебя раз... Прикройте! Я немного занят!
Да, как скажешь. Хватай взрывчатку. Взорвем этот мост. Тут что-то есть. Тут что-то есть. Я иду. Заряжаю! Понравилось, как вы разукрасили их деревню. Они отправились за вами. И хорошо бы вам что-нибудь с этим придумать. Найди бомбу, а мы подорвем мост. Прикройте, у меня руки заняты! Прикройте! Я немного следим за мостом! Врубайте донатор! Нет. Есть! В укрытие! Осторожно! Толстяк идет к нам! Туда ему и дорога! На
Нам нужно идти сюда. Вот машина этой скотины. Он должен быть неподалеку. Нашел! Одна пуля! Давай, сделай что-нибудь! Свалите его! Ура, дети, подонка! У меня есть пуля для тебя! Я почти на нуле! Я лечусь! Вот так. Одна пуля! Я приду за тобой, я тебя уроню! Прямо во что? Заряжаю! Эй, здесь снайпер, аккуратнее! Снайпер! Я не тоже, урод! Ранил его тебя! Эту скотину! Заряжаю! Тут что-то есть. Тут
взрывчатка! Я вас нашел! Ухожу! Там снайпер! Спрячь свою башку! Снайпер, спрячьте! Ты труп! Салат из мозгов! Я их задел! Забрать вас хоть сейчас. По крайней мере, если этот склад не взлетит на воздух, малышке срать, как нужно заправиться. Поторопитесь! Сюда! Кто-нибудь научите его драться! Это весело! Все в укрытие! Снайпер! Это поможет! Я заряжаю! Расход, суку! Граната! Амстар! Заряжаю! Магазин почти пуст! Снайпер, убейте его! Граната! Я иду! Черт! Граната! Бегу! Ну ты что? Граната, берегись! Там снайпер! Ты покойник, слышишь? Они идут! Свяжи меня с нашим лодочником. Нам нужно прокатиться. А вы времени не теряете, а? Если очистить от пиратов топливный склад, я смогу вас забрать. Вот только моей малышке нужно топливо, поэтому постарайтесь, чтобы склад остался в целости и сохранности. Плохой парень с огнеметом!
Хорошо. Не подпускай сюда никого. Ясно? Эй, на другом конце моста! У шлюпки! Будем твоим оружием. Ты получишь то, что заслужил. Итак, что тут у нас? Сундук полный сокровищ, да? Ничего так. Это наш шанс задержать капитана. Если он не успеет заключить сделку, то никуда не уедет. А мы же не хотим, чтобы он уехал, не получив пулю в лоб. Пулю?
Когда я с ним закончу, его морда будет как белка в лесопилке. Ну ты пиздец, брат. Пошли. Конвой все еще далеко. Сюда. Окей, ребятки. В этом часу транспорт повезет алмазы от вашего капитана большому боссу. Вам нужно взорвать мост, чтобы транспорт отправился другим путем, затем напасть. Без транспорта капитан окажется на мели. Идите, я присмотрю за мостом снизу. Ага, теперь они никуда не уйдут. Толчок!